Да, никто не спорит. Здесь главное, да, приедешь, только тогда узнаешь. Как тебе приедешь, когда, тогда узнаешь. Ну, правильно, все так оно и есть. Да, да. Ну, меня тоже, честно говоря, смущает. Вот единственное во всей этой теме. Вообще, в принципе, прикольная тема, наверное. Я даже, наверное, больше да, чем нет. Хотя, когда первый раз я с Серегой разговаривал, я какой-то думаю, что за фигня. Вот. А сейчас я что-то думаю, наверное, больше да, чем нет, где-то 60 на 40. Но меня действительно подозрительный тот факт, что он захотел оказаться инкогнито. И при этом он там, он все равно себя покажет. Блин, ну да. Что за дичь? Вот до этого момента он, значит, не показывает, а потом покажет. И тут Серега Тарасов еще объясняет, почему именно. Потому что он известен в определенных кругах. И я знаю, в каких кругах. И я знаю, что это за человек, если это то, ну, если это то, о чем мне говорил Серега еще на неделе. Да, я понимаю. И он как бы вроде как светиться не хочет, но при этом он все равно засветится. Так или иначе он засветится, потому что мы там будем, мы его спалим, как минимум. А значит, знает один, знает весь мир. Знает один, точнее, знает один, знает двое, значит, знает весь мир. Нас там будет больше. Вот, то есть, вот такая тема. Вот это как-то подозрительно и что-то как-то... Немножко мутно вот объяснение, действительно, что он там инкогнито и все такое. Вот это вот мутно. Что-то как-то... Вот вроде как все нормально, но при этом... Единственное, что как бы плюс какой, ну то, что я, по крайней мере, ну я и с Серегой это встречался с Тарасовым лично, и как бы поэтому, ну какой-то, знаешь, когда после личного какого-то знакомства как-то больше доверия возникает к человеку, вот так вот. Вот это единственная причина, почему я, в принципе, Сереге доверяю. А так, вот был бы это какой-то другой человек вообще с бугра, я бы так насторожился, напрягся, думаю, блин, так, он что-то там это, ну это, мне кажется, это параноиком скоро станешь, вот, а так, я думаю, никакой конспирологии, поедем, потусим, Ромку я тоже вот общался, знаю, это Милованов Ромка, он, кстати, по поводу того, что сборы, вы говорите, не сборы, нормально, Ромка тоже, он же собирает вот эти вот семинары вживую, и нормально, там они окупаются с лихвой, с огромной лихвой, в принципе, то есть в этом проблемы там нет, то, что и у чувака окупится этого организатора, и, скорее всего, действительно там еще и с профитом будет. Вот, вопрос в том, что вот это пятница, суббота, воскресенье, я бы, конечно, мне бы удобнее было субботу, воскресенье чисто приехать, чтобы это не рабочие, с работы, как говорится, не соскакивать там. Не, ну я, конечно, могу, в принципе, в пятницу тоже. Ну, вот, видишь, мероприятие серьезное, да, на самом деле, как бы действительно, как бы к таким мероприятиям готовиться основательно. Нужна программа. Ты не можешь просто прийти на сцену, представь, вот ты выйдешь, а там действительно сидит несколько там, ну, 500-600 человек или тысячи. Вот ты когда-нибудь такую аудиторию видел, ты потеряешься сразу, да, потому что ты, ну, ты никогда такую аудиторию не видел. Такой, сидят, нет, такой аудитории не видел, ну, где-то человек, наверное, 150, нормальная аудитория. 150, ладно, это ерунда. Если действительно, да, там придут, вот представляешь, там у многих есть там Кунгуров, там Игнатенко, да, там, то есть у него по истории вообще там бешеное количество просмотров, там 150-200 тысяч просмотров. То есть представляешь, да, какая аудитория может прийти. И вот ты выйдешь, и они, понимаешь, каждая аудитория, она половина тебя знать не будет. Половина знать будет, половина не, потому что не все знают нас. Ну, вот так вот ты выйдешь. И все, ну, да, будут смотреть, глаза тебе смотреть, что ты сейчас будешь говорить. О чем? Вот это самое, понимаешь, это программа, это надо готовиться, это надо читать, писать себе текст какой-то, да, то есть просто так ты не выйдешь ничего, надо структуру. Текст можно не писать, я без текста, да, люблю больше, но структура, я всегда делаю структуру, то есть чтобы была логическая последовательность. Вот ты говоришь об одном, второе, третье, чтобы ты не терялся, не прыгал с конца назад в середину, а четко говорил то, что ты хочешь сказать, это программа называется. Ее надо написать, эту программу, надо знать тему доклада, о чем ты будешь говорить. Каждый из нас должен говорить о разном. Вот, допустим, Кунгуров будет о потопе говорить, да, или о ядерной войне. Там Сергей Тарасов, допустим, будет говорить о дуальной философии. Слава Котляров будет говорить о сотовой земле. Надо знать тему доклада каждого, это готовиться к ней надо. Вот в чем суть, действительно, времени-то мало. Программы-то нет ни у кого, кроме как у Сергея Тарасова только есть программа, все. Да, надо будет продумать. Ну, поэтому вместе собираемся. Продумать, конечно, надо будет. Тезисно это, продумать, это, кто о чем говорит. Вот так.
Ладненько, пойду я, короче. Думаю, я уже весь вечер в эфирах, мы тут с Юркой расследование проводили. Да я еще целый день... Кстати, Слава, а ты вещаешь это, да? Ну, сейчас, да, пошло, ну, немного зрителей сегодня. Для твоих подписчиков 42, тоже. Да. Приглашаю в субботу это будет, да? Следующую субботу, 5 числа, в 5 часов по Москве будет стрим. Мы с Юрка там нашел новые нестыковки, противоречия. Сейчас же вот это, если не видел, Слав, Google Панорама есть на МКС. Не видел, Слав? И в чем она заключается? Вот Google сделал панорамы, да, и, значит, мы стрим с Юркой будем организовывать в субботу, в следующую, в 5 часов. Вот, там уже кучу нестыковок и Юрка нашел, и подписчики, вот я в комментариях там читал, тоже много чего нашли, противоречий, нестыковок, которые подтверждают, что вот это все мыльный пузырь, который лопается просто на раз, вся эта МКС. В общем, я думаю, будет жарко и интересно, поэтому всех и твоих подписчиков тоже приглашаю по возможности, если будет возможность, приходите. Я, бывает, ретранслирую, могу от вольного это выбрать эфир, там, твой или Института Б, или Сергея Тарасова, и пускать на свой это, канал, если нету никого в онлайне, то есть... То ну, это... и нормалек тогда, да. Если да, если никого не будет. Вот. Да, тем... Ну, не знаю, я пока, вот у меня пока сидит во мне червь сомнений, что это исключительно ради меня это организовывается. И опять же, не ради пряников. Дай бог, чтоб я ошибался. Но я даже не стал Милованову говорить. Ты боишься просто, да? Да не то, чтобы, знаешь, как говорится, если уже это погибать, так на миру, как говорится, на миру и смерть красная. Это, я еще другое, вот, что Милованов сказал за финансовый вопрос, я ему хотел сказать, но не стал говорить, когда он сказал, что не могут люди приехать, билет найти. Я хотел сказать, я не только в Москву билета не могу найти, я на другой конец города, ну, я, ну, утрирую, конечно, на другой конец города найду билет, но именно хотел подчеркнуть, что есть люди, которые... Не, ну, Милованов, он же и предлагал, если что. Да, я слышал. У него-то как бы деньги есть, нормально он обеспечен. Ну, как бы, как я понимаю, у него и вообще изначально там родители были, а сейчас же он как раз занимается-то этими семинарами. А они, я тебе прямо скажу, приносят немало за счет вот этого «С миру по нитке». Потому что даже если брать человека там вот 1000 даже, в принципе, людям не так жалко, там для Москвы это действительно не уровень, увидеть там, они же фанаты есть такие, которые вот, ну, пусть у Милованова там было 60 тысяч подписчиков на прошлом канале. Понятное дело, что если он приезжает в Москву, он сам не из Москвы, он, по-моему, из Нижнего, вот, он приезжает в Москву, а в Москве основная аудитория вообще, в принципе, там в Москве. И из этих 60 тысяч, ну, человек 200-300 точно найдется, которые готовы там дать там эту 1000 или 2000, там 3000, а это уже миллион. И даже если затратная часть там 500 тысяч на аренду зала и всякие плюшки, там оборудование, камеры, там операторы, все равно у тебя профит там за неделю, у тебя, ну, с переездами и отъездами, у тебя профит 500 000. То есть это в неделю можно примерно 500 000 зарабатывать. Даже если это раз в месяц делать такие конференции, семинары, я вам скажу, что и в месяц заработать 500 000 – это нормально. Поэтому как бы ребята обеспечены вот в этом отношении. То, что они организовывают, хотя они нового ничего не говорят. То, что они говорят в роликах, они же и говорят это на стримах. Ну, просто есть фанаты, которые хотят лично тебя увидеть там. Я вот, например, побоялся... вот этот человек, то, что я скидывал, он же с Краснодара, и он... А я как раз ездил, я же через Краснодар ездил, я в этой, в Абхазии был, в Сухуми, отдыхал. И он хотел очень со мной увидеться. Ну, я что-то, честно говоря, чканул. Хотя, вот, он говорит, я просто там подписчик, фанат, там все дела. Ну, блин, может быть, да, а может и нет. Береженого Бог бережет. Вот тут да, тут я больше переживал.
Хотя, конечно, тоже да фигня это все. А вот, ну, на фоне еще того, что мне другие тролли тогда как раз писали перед тем, как мне ехать отдыхать, прикинь, тут сваливается вот эта новость, что Вильгельма начали дергать и прокуратура его, и Следственный комитет, и отдел по борьбе с экстремизмом его дергать начали вот по поводу этого метро, а меня как бы нет, а я думаю, и до меня, наверное, очередь дойдет. Ну, в общем, это... И на фоне этого еще куча троллей начинают реальные угрозы писать в комментариях, которые, конечно, воспринимать можно никак не воспринимать, но, блин, ну все равно как-то неприятно такое слушать и читать. Вот. И я как-то немножко очканул. А здесь другая ситуация, я думаю, потому что здесь мы все, нас много, большая, ну, как бы толпа народу, то есть это не то место, где это как раз-таки палевно. Если нужно бы нас было там, как ты говоришь, Слав, как-то убрать нас, то уберут, вот ты выйдешь из подъезда и... Да и не вас, а меня! Пошел замороженным и не вернулся. То есть это будет настолько незаметно, знаешь, как... Да нет, не вас, а нет меня. Дела, нет тела, нет дела. А вот это вот, когда группа большая собирается, тут как раз-таки меньше, мне кажется, шансов. Да ну, меньше шансов, это ж с ночевкой, это ж будет в гостинице, это ж не закончится утром приехать, а вечером уехать, правильно? Ну, да, с ночевкой, да. Во. Поэтому... То, что в чужом месте, как говорится, и на своей территории. Ну, с другой стороны, мы разместиться можем там в одной гостинице, все вместе тусоваться там, как бы держаться вместе. Мы-то как-то друг другу, по крайней мере, доверяем. Вот, я надеюсь, все. И поэтому мы, если будем держаться вместе, и номера у нас будут в одной там гостинице, я думаю, это будет нам спокойнее, по крайней мере, будет. Потому что друг друга мы хотя бы знаем, а кто там, все чужой народ, как говорится. Ну, как чужие люди, незнакомые и все такое. Вот. Вон, тот же Серега Тарасов в прошлом году ездил по всей России вообще, ничего не боясь. Причем он приезжал, он в Курске здесь жил, подписчица, женщина-подписчица, и у нее просто вот у нас тут на Клыково, ну, вот в соседнем районе, у нее там просто квартира. У нее квартира, она сама с области, а у нее здесь куплена пустует квартира. Она ему просто говорит, ну что ты живи, он там на 3 дня приезжал, она ему просто живи, там есть диван, условно говоря, стол, еще там что-то, все, и пустая квартира. Ну и вот она пустует, и он там жил. Вот мы как раз, я как с ним встречался, мы там с ним, я ему интервью как бы типа брал еще тогда, я, вот у него мы там сидели как раз. Вот все, вообще, он говорит, человека первый раз вижу, мне говорит, о, хочешь вот жилье, у меня пустует квартира, пока ты в Курске, чтобы ты за гостиницу не платил. Это не вопрос. То есть вот таким, знаешь, рюкзачок и вперед. То есть тоже вот, ну что, видишь, что получилось? В Европу чего один смотрите, Петр да, уезжал, да, а вернулся другой. На гастроли один Сергей Тарасов уезжал, а вернулся уже другой. А, подвинили. Ну, я, слушай, Слав, я в такую конспирологию глубокую не ударяюсь. Вот, ты говорил, что там у тебя есть секретное слово, которое можно ему задать, если он тебе на него ответит так, как надо, значит, настоящий Сергей Тарасов. Проверял это? Нет. Вот проверь, а то что ты разводишь излишнюю конспирологию там, где ее нет, вдруг. Ну, я имею в виду, а что если? Да нет, понятно, что это я дурачусь. Ну, фигура речи, нутро подменили. То есть это человек, который сжигал еще недавно трусы, говорил, деньги это зло, сейчас за кулисы выдает. Не, причем не, почему деньги зло? Деньги это инструмент. А ты ж не видел роликов, где он это пропагандировал, что отказывайтесь от денег, ух, это... Ну, я не видел, наверное, я мало его вообще канал смотрел, пока он его не грохнул вообще. Вот. Да, кстати, подозрительно то, что грохнул, и не аргумент, отнюдь это то, что он ошибался, мы тут все ошибались. У меня целый, блин, куча материала, где я ошибался. И так, а еще такой момент. Истории должно оставаться. Макс, 2 секунды буквально. Грохнул-то грохнул, но у него есть канал, где он все ролики залил. Он называется «Архив Тарасова». То есть все ролики с этого канала грохнутого он залил на другой канал. Про этот канал вообще мало кто знает, я его случайно нашел. И там все ролики. Я понял. Ну вот, и короче, это что... По поводу денег. Деньги – это инструмент. Вот кто-то там донаты берет, да пусть берут.
ни в коем случае не осуждаю. И нормально это нормальная практика. Мы что-то делаем, и как это, значит, это должно как-то поддерживаться. То есть, ну, не то, что вознаграждаться, а это должно как-то поддерживаться. Ты выделяешь какое-то время, и кто-то тебе, если тебе кто-то от души что-то там дал, да почему бы и нет? Вот. Я там у себя, допустим, тоже, ну, как-то у меня немножко, как-то я что-то не прошу, допустим, донаты. Ну, потому что я думаю, блин, как-то для меня это, думаю, просить. Ну, что-то я как-то себя не перешагнул еще. Хотя на все как-то хотел, порывался, думаю, да сейчас начну, думаю, рекламировать. Мне как-то писали в комментариях, даже подписчики писали, если будешь просить донаты, мы тебе всегда подкинем бабла. Причем не один, там много подписчиков такие писали мне такие комментарии, в принципе, когда я эту тему поднимал. Я такой думаю, да что, может попробовать. Да ладно, пока сейчас особо не припекло, не прижало. Если что-то нужно будет, допустим, такое приобрести, вот, тогда да. А так, в принципе, думаю, ладно, обойдется без этого. Хотя, с другой стороны, для меня, чем просто что-то просить, я, допустим, там ту же эту рулетку рекламирую у себя, с нее у меня там бонус. Это тот же донат для меня, только люди еще и услугу получили. То есть, а кто не хотел, тот и не купил. А кто хотел, тот купил. Это их проблемы. А я как бы с этого реферальный поимел, да почему бы и нет. Вот тебе, пожалуйста, я свою проблему примерно вот так решил, думаю, вот, ну, пожалуйста, вот у меня вместо доната. И люди довольны, то, что они не просто там мне в луну как бы дали денег, как бы, а я, получается, как бы это. Ну, хотя это тоже, в этом тоже ничего такого зазорного и плохого нету, это нормально. Нормальное явление, но я для себя так решил, думаю, я буду там рекламирую там эту рулетку, на которой я, в принципе, там чуть-чуть реферальных поднимаю. Ну, почему бы нет, то есть, кому, как бы, что, это деньги, это средства, к ним надо правильно относиться, потому что у нас есть две крайности, одни говорят, бабки, 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 надо зарабатывать бабки, бабки, бабки ради бабок, и нахрен они нужны. А другие говорят, ой, фу, бабки, бабки, это все это, я буду ходить в мешковине, не знаю, жить как бомж и все такое. То есть это две крайности, должна быть середина и вменяемое отношение к деньгам. Деньги – это инструмент. Они-то, в принципе, не нужны человеку, но они нужны, потому что мне надо каждый день кушать, там, например, что-то там ездить, а раз мне ездить куда-то нужно, мне, значит, бензин надо заливать. Причем я же не хочу ехать, и чтобы на полпути у меня что-то там машина сломалась. Я хочу тогда, значит, либо более надежную машину купить, либо еще что-то. Я же не хочу жить там в каком-то сарае, где крыша обвалится и завтра меня убьет. Я хочу комфортное жилье с надежной конструкцией, с кондиционером, чтобы я там не сдох, не упарился, там мне жарко, там вообще капец. Ну, то есть это нормальное явление, и деньги – это всего лишь инструмент, и то, что относиться к этому как-то, как это, какой-то грязи, тоже неправильно. Поэтому это нормально. И люди там донаты собирают, тоже не мелкие есть. И пусть собирают, это нормально, к этому нормально. Надо относиться и не обращать внимания на всяких там придурков, которые, ой, ты там деньги требуешь, там это клянчишь, это да нормально. Так это я же не за то говорю, просто некоторые повелись на Сережину рекламу в этих роликах, когда он ходил в лес, сжигал все свои одежду. И люди начали этим направлением идти, говорят, а что теперь, он теперь это переобулся, а я, говорит, все сжег, работу высокооплачиваю оставил, живу там до копеечную какую-то подачку, то есть он просто все время он поднимает флаг, уводит людей в другую сторону, люди побежали за СССРом, он говорит, все, СССР уже не актуально, то есть он постоянно... Не, ну, Слав, так это о чем говорит, об уровне его аудитории всего лишь, вот и все. Если, извини меня, у меня есть подписчики, и они мне пишут, я твой подписчик, но здесь ты не прав, ты загнался. То есть у меня, и я открываю свою аналитику своего канала, и я вижу мужчин, 91% мужчин от там 35 лет тире 45, там основная аудитория, вот там прям по возрастам есть. То есть демографию своей аудитории подписчиков. И они мне пишут, Макс, ну тут ты загнался. Я такой думаю, ну хрен его знает, может и да. Взрослые мужчины у меня на канале сидят. И они не попрут, если я там, давай, налево, направо, СССР. Сегодня сжигаем, продаем дома, мне все деньги. Все, что, они этого делать не будут, если они взрослые, нормальные мужчины. И это я не только из аналитики вижу, это я вижу из-за того, что два заказчика в прошлом году у меня было. Это крупные бизнесмены, и один, и второй.
они заказывали у нас, переделывали мы и одно, и второе, заключали договора с ними, переделывали сайт. И первый, и второй – это мои подписчики. Я, ну, они так на меня пришли. У нас помимо этого есть свои эти, и плюс еще вот таким образом я себе привлек, ну, агентство у нас есть с ребятами совместное. Вот. То есть я на этом и заработал тоже. И это серьезные люди с серьезным бизнесом, оба. Вот, и как бы я их лично знаю, обоих. То есть я говорю, что это люди, которые, если Макс Беляев сказал, они, может быть, и фанатеют там от меня, да, но если Макс Беляев сказал, ой, СССР, и, о, пошли налево, давайте сожгем одежду и выкинем все свои деньги, а потом Макс Беляев собирает донат, а вы живите как хотите. Юра, а у тебя какой процент? У Макса 10 на 90, да, 10% женщин. Я просто ради интереса. 9 на 91 у меня, 91 мужчин и 9 женщин. Да. Я сказать-то сейчас не готов, сейчас я посмотрю, скажу. А я тоже ради любопытства залез. Знаете, какой у меня процент? 26% женщин и 74 мужчины. Да, у тебя больше женщин. А меня женщин не любят. Наоборот, как раз вас-то с Юрой любят, а меня уважают. Так я к чему говорю? К тому, что дураки, значит, вот честно я скажу, а как по-другому сказать? Ну как дураки, не то чтобы я оскорбить хочу кого-то, но если ты, блин, слушаешь и за чистую монету кого-то воспринимаешь, то значит ты, ну, наверное, все-таки умнее будь в следующий раз. В следующий раз будь умнее, какой бы там ни был для тебя авторитет, твой вот этот вот фаворит, которого ты там любишь и ждешь его там роликов, там и все такое, он тебя куда-то там ведет, там, к какому-то просветлению духовному или чему бы то ни было, все отлично, прекрасно, ладно. Но если ты следуешь этому, как вот зомбированный этот, значит, ты вот такой, у тебя нет искусственного рассудка, критического мышления и иммунитета. Такого психологического иммунитета ко всем вот этим вещам. Потому что тебе человек говорит, и ты идешь делаешь. Тебе человек говорит, ты пошел в СССР. СССР, кстати, тоже хорошая эта тема. И СССР согласны в верхних эшелонах власти. И все, многие действующие даже депутаты сейчас, они все заявляют о том, что да, и что и военный переворот был, и все это да. Только не восстановят же ни хрена. Вот в чем фишка. Ой, кстати, тема отдельная про переворот. Ну ладно, говорит. Да, нет, я к чему это говорю? К тому, что вот он повел, они пошли. Я говорю, дураки, значит, что пошли. Так же соглашусь. Хоть обидите на меня, хоть что делай. Ну, блин, а что, вы смотрели, что делали? Вы же, ваш за уши никто не тянул. Макс, силком извини, вас... да. Кстати, меня в чате девушки поправили, мы думали, нас больше. Я действительно зашел на другой свой канал, Котляру ФМ, и здесь женщин уже 32%. На Котлярову. Везет тебе. А Юра, а у тебя там... Как, смотрите, как общую статистику посмотреть? То есть всех процентов. То есть у меня просто по каждой категории проценты. Обзор. YouTube Analytics обзор. И в самом низу, где карта мира нарисована. А, вот как. Я просто демографически всегда включаю. Сейчас. Что-то я еще хотел ляпануть. Это мужчин 10 женщин, да. Во как. Что-то я хотел, блин, тема, не хотел Макса перебивать, тему держать. А что, а Юр прослушал, то же самое, как у меня, да, да. У тебя? Ну да, 90 мужчин, 10 женщин. А, ну вот. Ну да, женщинам, как видимо, космос не особо. А вот если по категориям разделять, то там уже идет вообще 20% женщин, 80% мужчин. Вот у меня две категории самые большие, получается, охват. Это 25-35 лет и 35-44 года большой. Ну, вот то же самое, да, абсолютно. У нас одинаковые с тобой статистики. Аудитория, походу, у нас такая. Ну, у нас много общих тоже ребят, которые нас смотрят. Самое маленькое, это всего лишь 0,7%, это 13-17 лет, то есть детей вообще нет. Ну, да, вот, к слову о том, что есть блогеры вот эти вот, типа Ивангаев, у которых в основном школьники там в аудитории. Только толку с них никакого. Тут же как раз действительно вопрос в том, что YouTube, он, кто-то же говорил, что от аудитории зависит даже монетизация. Монетизация в YouTube зависит, потому что YouTube, исходя из возраста, он же понимает платежеспособность и какую кому рекламу и в каком количестве показывать. То есть даже монетизация зависит от возраста аудитории. Вот такая вот тема. Поэтому школьникам они всякие рекламы BMW показывать не будут. Да, да.
Он в чате Кристину Марана пишет. Вы еще здесь? А в ч... ты имеешь в виду в Скайпе, Скайпе. Скайпе. Алло. Да, да, да. Друзья, я Просто сразу. Алло, хочу сразу предупредить. Нас смотрят зрители сколько сейчас? 76 человек. Это онлайн. Я все да, хотел тебе. Что, нас не слышно? На Котлеру ФМ пригласить. Вот ты и пришла. Слушайте, а вот организационные моменты, их куда можно кидать? На почту, сюда, вот по названиям, по вот вообще по логике всего этого мероприятия. Слушай, было бы круто, если бы ты, наверное, и сюда, и туда, куда вот Серега Тарасов электронку скинул свою. Ну и сюда тоже, чтобы мы тоже в курсе были, потому что мы как бы неопытные. Я ж понимаю, так, ты же организовывала семинары, был же у тебя такой опыт, да? Ой, я и участвовала, и организовывала, и это вообще, я знаю всю эту кухню. Смотрите, вот то, что... Что я хотела сказать? Столько дел, все вылетает из головы. Как вам название футурологический конгресс? Как у Лема? Прикольно. Слава Лему. Ну, футу это будущее. Футуризм это будущее, футу. Ну да. Все, что на F, мне нравится. У меня просто забубон на букву F. Фуфайка особенно, да? Фуфайка. Фуфлыжник. Вот. Я и первый свой ролик назвал специально Фазар, чтобы подфартило. Ну, мы тут в размышлениях, да. Опасения по поводу того, что там платно, это бесплатно. Смотри, вот можно организовать это мероприятие, вообще логику всего этого мероприятия, так что будет и платная часть, и бесплатная. Тут просто... По опыту вот вообще любых мероприятий, не обязательно таких, вот любых, просто стоимость любая, хотя бы минимальная, это фильтр от троллей, понимаешь? Просто потому что могут прийти какие-то люди, которых мы не хотим видеть, и которые испортят все впечатление, и людям, которые действительно хотят узнать что-то, тоже испортят настроение. Так что это своеобразный такой фильтр. То есть к этому не надо негативно относиться. Вот. А вообще, я думаю, что очень хорошая идея. Я думаю, что нам всем есть что обсудить, есть чем поделиться. Вот. Ну а если нас грохнут, я думаю, может быть, у них цель наши все золотые мозги, знаете, так в колбочки засунуть и поставить где-то себе в подвале. А потом школьникам через 100 лет показывать, вот эти хотели власть сменить, вот хотели у вас кандалы эти забрать, вы же довольны, что у вас кандалы на руках, а они хотели сделать ваше будущее бесскандальное. Ну, все это нужно делать, но вот то, что Сергей сказал, что да, нам надо определиться, делаем или не делаем, потому что времени очень мало. И если делать, то это нужно все продумать и уже снимать нам всем какие-то промо-ролики, приглашать людей и так далее. Вы знаете, самое ценное, Кристи, будет, если это произойдет, не знаю, тоже 50 на 50, не то, что мы встретимся с людьми, а тот ролик, который останется после этой встречи. Вот он-то как раз будет бомбовский. Ну, когда все блогеры вместе в этом ролике. Это вот эту мульку я когда-то предлагал за кулисы, и ее собрали только, знаете, блогеры другого порядка. Чудинов, Кунгуров, то есть вот это, скажем так, группа людей, ну вы знаете, там Сидоров, их когда-то для политического продвижения, по-моему, где-то в Южном городе собрали всех блогеров, ну конечно популярный ролик стал, поэтому может это связано с политикой, может все-таки при двери революции в России, которую хотят все-таки сделать. Которой не будет. Я вот ролик один случайно у Купцова нашел это сегодня, где он рассказывал, что Мальцева и Навального нужно это вывести на Красную площадь и казнить прилюдно. Такой сижу, думаю, ничего себе. Думаю, серьезно, серьезно. Может это с политикой связано? Это фиг его знает.
Поэтому у меня это 50 на 50. С одной стороны, конечно, шикарно было попасть в кадр. Вот. Ну, убить там никого не убьют. Это глупо собирать тех для того, чтобы там убить вместе, действительно. Да, а вот, ну, грубо говоря, как версия, да, завербовать. Ну, к примеру. Я даже знаю, как всех убить. Все понимают, как. Слушай, расскажи. Ой, что я хотела... А это яд, яд. Самое лучшее это яд. Или какой-нибудь... А, да, фуршет, когда будешь да, всем да, добавить. Да, да, да. Причем, слушай, нет, сейчас же технологии продвинулись. Сейчас же можно не убивать, а добавить специальный, понимаешь, какой-то такой хитрый такой вещество. И вот мы там какой-нибудь сок будем пить, допустим, да? А и у нас мировоззрение поменяется. Юрка скажет, земля не плоская. Слава скажет, она не сотовая, все нормально. Это я еще что-нибудь скажу. Кретинка мясо пойдет есть. Говорю, главное, чтобы там не было окситоцина, иначе мы все начнем говорить, что любим друг друга, мы братья, сестры и т.д. Нормально, нормально. А потом скажут, вот сектанты. Конгресс, как название? По-моему, прикольно. Ну, надо всем надо будет предложить. Ты сюда ну, прямо накидывай вот в чат, его ж все видят. Даже если их нет вот на созвоне, они ж видят этот чат в скайпе. Сюда скидывай тогда, и будем обсуждать. А, вот, я вспомнила. Единственное, что вот, Юра, опять этот момент, у тебя какая-то немножечко паранойя, но хорошая, в том, что познакомиться с организатором хотя бы как-то заочно... Я думаю, всем бы хотелось. Да, да кстати, слушай. Угу. Тут ты ж ушла, а мы со Славой и с Юркой так и не отсоединялись. Мы ж продолжали общаться. Вот это вот, заметь, Юрка не даст соврать. Я то же самое сказал. Учитывая то, что я как бы знаю больше про эту всю тему и про этого человека. Вот. Ну, я его в Гугле нашел, просто мне сказал Серега тогда еще кто-то. Ну, я еще не буду говорить, пускай тогда Серега скажет, если уж на то пошло. И как бы не секрет на самом деле. А, и когда Серега сказал, что вот он как бы не хочет светиться, потому что он известен в тех кругах, а один хрен он засветится, когда мы соберемся уже. Вот это меня настораживает. Какой-то отмаз такой, и что-то не выдерживает он никакой, с моей точки зрения, критики. Что-то как-то мутновато. Вот это вот мутновато, да, я согласен тоже. И тут не в паранойи даже дело, что там Юрка. Нет, абсолютно. Я тоже абсолютно согласен, что хотелось бы больше подробностей про организаторов, кто такие. Может, это там реально ФСБшники хотят организовать и всех вербануть. Это что-то совсем... А может, это его старшие братья? Он сейчас, раньше он их называл хозяева планеты. Антарктическая тварь. А сейчас это он их называет старшие братья. Я ж просто в эфире это как-то на этих старших братьев, если я выложу этот ролик, это, конечно, там и смеяться, и плакать, как когда он у старшего брата вот это интервью брал, и я просто начал комментировать у себя в эфире. И там, видно, помощники старших братьев там начали такое тут в чате писать. Как ты можешь такое там до старшего брата? Ну, а я там конкретно, да? Конечно, да. У официозников сейчас нету таких людей, которые что-то активно пропагандируют. Ну, нету. Вот посмотрите просто. Телевизор, там, интернет нету. Мы, да, свою какую-то деятельность мы можем пропагандировать. И нас смотрят поэтому. Вполне может быть, мы туда приедем, да. Я вот не говорю даже про организатора. Я вот сейчас разговаривал тоже, да, тут со Славой, с Максом, что у меня в организаторах дел. Мы просто приезжаем в столицу Москвы, где сосредоточено все, вообще все. Нас там встретить может кто угодно, кому это надо, потому что там в центр. И мы потом можем говорить уже какие-то вещи от лица официозов, допустим. Нас будут слушать, потому что мы умеем это делать. А это дефицит большой. Нету такого, ни на телевидении, нигде нет. Ладно, ребята, я исчезаю. Спасибо большое за конференцию. Очень была рада вас видеть, поболтать наконец-то. Да, это спасибо. Можно тебя, если что, иногда на Котляру ФМ приглашать? У нас тут это 24 сутки, это онлайн идет трансляция. Чтобы я была. Можно, да? Хорошо. В общем, идея классная. Вопрос в том, чтобы... Вопрос в организации. Все, чтобы это было красиво, для всех безопасно, для всех интересно и весело. Все, спасибо большое, ребята. Спасибо, я счастлива.
До созвончика. Пока. Да. Ну, главное, чтобы было все красиво, чтобы потом обхохочемся. Да нормально, Слав, все будет. Это, все будем живы. Ну, видишь, как Милованов мне сказал, он говорит, надо через белорусскую границу мне пробираться с Кристиной. Да там не то, чтобы пробираться. Там, я так понимаю, действительно ограничения есть только вот к нам, к вам попасть. Как я понял. Сейчас же у нас вообще, по-моему, загран нужен будет, чтобы в Украину въехать. А у вас, по-моему, нет, насколько я понимаю, ограничений. Так это уж уточнить, в принципе, можно. Я думаю, это не проблема. Уж узнать можно. Может, у тебя аудитория, кто-то ездит из Украины в Россию. Может, они подскажут, расскажут, как проезжать. Так, 87 уже. Кто ездит из Украины в Россию, напишите, пожалуйста, в чате, нужен для этого загранпаспорт. И что еще вы используете, чтобы попасть. Тут же, вы же понимаете, что есть же куча всяких это, служб, которые... Не, ну, в принципе, да, если захотели бы убрать бы, по-тихому бы убрали бы уже давно бы. Вот. Тем более, я рассказывал, у меня действительно был зимой случай, когда 8 человек приехали за мной, посадили в этот микроавтобус и увезли. У меня Иринка моя чуть не посидела. Но я уже подготовился ко всему, думаю, ну все, вот тут мой конец. Но они привезли к себе, скажем так, свои пенаты, поговорили со мной. В общем, и видите, я до сих пор с вами. Ну, они другие немножко цели преследовали. Не ликвидации, а, скажем так, сотрудничество. Вот. Ну, они мне выбор предоставили. То есть, хочешь, сотрудничай, хочешь, нет. Ну, естественно, я это не пошел той дорогой. Они сейчас, скорее всего, слушают эфир. Вот, поэтому, да, психологически это когда подлетает, я говорю, ну, по телефону говорю, а если, а у меня есть выбор не ехать с вами, говорит, нет, у тебя нет выбора, выходи из квартиры, представляешь, представляете, как вот психологически, да, вот, да, ну, ладно, говорю, Ира, только родителям не говори, все, прощай. Поэтому да. Вот. Поэтому я же говорю, что тут, когда уже один раз такое проходишь, думаешь, это уже далеко, как там дальше. Ну, не знаю, очень большая вероятность, что, скорее всего, не поеду. Тут даже, да. Ну, ладно. Учитывая то, что если у тебя там так все запущено. Тогда, наверное, лучше себя поберечь. Та-да! Так. Не знаю, время, да. Да, самое главное время. Времени мало, времени на поездку. Это надо, вот я работаю, да, мне надо заранее как-то знать, когда что делать. Когда ехать, когда не ехать, программу готовить. Это вот я бы не представляю, насколько это мало времени, это ужас. Посмотрим. Кто его знает, может, что за это все время поменяется, я все-таки присоединюсь. Небольшие критерии нужно. Это охрана как покруче, чем у Путина. Тогда можно выдвигаться. Да, грузанул я вас немножко. Не, ну да, это уже все позади. Зато, кстати, благодаря им, сейчас два слова, я увидел в Харькове это дома, которые конкретно на первый этаж вниз уходят. То есть я вот спустился туда, это я понимал, что я нахожусь на первом этаже. Хотя первый этаж был под землей, там, извините, потолки. Я знал, что там еще подвал есть. Вот. Ну, что еще добавить? Ну, и там была это, в отдельном зале группа людей, там, не знаю, человек 20, которые там тренировались. Думаю, ничего себе, куда-то мне привезли. Вот, какая-то тут секретная организация. Повстанцы, юные повстанцы Украины, по свержению власти.
Вот. А они так боялись это, ну, вернее, не боялись, я говорю, а чего это не через скайп, а соцсети, это не надо палиться, типа. А я думаю, ничего себе, что значит не надо палиться, если вы мне уже на телефон позвонили, то вы уже спалились. Либо вы сильно серьезно себя чувствуете, ну, это мои размышления, что это вам по барабану, то, что по телефону вас уже это прослушали. Либо вы не понимаете, что меня изучают уже давно, это разные организации. Откуда дровишки, у всех вопрос. Вот. А я все-таки хотел бы тему Америки раскачивать, потому что я знаю, что ее нету. Я считаю, это самая сильная тема. Ну, не получил. Только вот Серега поддержал, и то он, скорее всего, на закрытых конференциях объясняет, что ее нету. Вот. Роман Милованов, ему было интересно эту тему тоже с Америкой. Ну, Серега, помните, резко в Австралию вел. Да что там Америка? Вот Австралия, там заборы. Ничего себе. Я наоборот говорю, нифига себе, до Канады можно пешком дойти. Какая Австралия? Вот. Поэтому, да, тема интересная, конечно. Ну, Кристина, я смотрю, вдохновилась. Для нее это как бы это... Ну, для нее она привыкшая к этим делам. Да. Они много лет назад, я ж помню, даже смотрел это, они организовывали, насколько я понимаю, эти семинары. Милованов тоже самое организовывал, сейчас Серега организовывает. И попробовать, конечно, можно. Вот. Потому что, ну, а с другой стороны, нам же надо тоже узнать. Вот мы попробуем, все окажется намного проще. Совсем не страшно. И даже, Слав, для тебя. Зато ты будешь спокойно ходить по улицам и не переживать. После этой проверки. А так мы сидим и думаем, блин, а вдруг? Что вдруг? Нет, я же говорю, ничего не будет ни с кем. Все будут живы и здоровы. Это факт. Потому что, представьте, там, потом в интернете, да, там, среди конспирологов, там, конспирологи, которые известны в кругах таких-таких-то, одновременно умерли. Кто от сердечного приступа, кто там с окна выпрыгнул, кто еще что-то там. Они, значит, они говорили истину. Типа психоз. Это, наоборот, рекламу создаст, если что-то с нами случится, это рекламу создаст. Ну, создаст толку только от этого будет. Ну, забудет. Не, ну нам, ладно, нам уже толку не будет, но невыгодно. Вот те идеи, которые мы продвигаем, невыгодно их таким способом еще больше раскручивать. Поэтому, наверное, так. Нет, ничего ни с кем не будет. Вот единственное, что, да, вот действительно, просто хотелось бы. Если существует такой меценат, организатор, ну ты действительно там... Узнать кто? Согласен абсолютно. Все. Как бы он расскажет, я вот хочу то-то, 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 потому что то-то, то-то, то-то. Все, в чем проблема? Какие более вопросы? Того, хотелось бы с ним, вот чтобы он был в этой скайп-конференции, и с ним, ну, просто пообщаться. Ну, конечно, чтобы он сказал, какие у него мотивы, для чего. Может быть, просто деньги девать некуда. Да, вот я вот смотрю вас всех и вот хочу своим друзьям показать. Тупо такая прихоть, чтобы вы приехали туда лично за руку с вами поздороваться. Ну, к примеру, да? Ну да, как музыкантов любят приглашать, чтобы потом рисануться. Точно так же, допустим, он хочет блогеров, да? Ну, это как... Да, например. Ну, хоть мотив известен, зачем, для чего, а то просто вот приезжайте все. И вот, что самое интересное, ладно, там, есть, да, там... Вот возьмите, допустим, научно-популярные каналы, там, которые там тоже разоблачают экстрасенсов, все прочее, там, у них там 100 тысяч подписчиков, 200 тысяч, 500 тысяч, почему-то их не приглашают, да, на такие собрания. А вот у нас, которых мало кто знает, всех сразу приезжайте, пожалуйста. Ну, это тоже странно. Поэтому я и думаю, что это весь сыр-бор только из-за моей персоны сделан. Не для пряников. Слава. Каждый за себя. Не, ну а что? Я же это, почерк, вот, допустим, пока он не показался, этот благодетель, очень похож на почерк его этих старших братьев, которые не показывают своего лица, но правят нашей планетой. Какие старшие братья, я умоляю? Про кого сейчас говоришь, не пойму. Ну, помнишь, был инсайдер, Юра еще делал это, офсайдер, по-моему, ролик, да, или когда? Не, что, Макс, ты не в курсе?
Одно время Сережа заявил, что у него есть это. А, все, все. Те, кто планетой вспомнил. Управляет. Они же там еще эту. Я вспомнил, это та история, когда они там антарктическую тварь замочили. Да. Это которая у меня в комментариях постоянно пишет. Антарктическая тварь. Мне тоже, он пишет, приходит, его. Это, он про всех что? Нас ролики снял. Это, у него есть канал, и он про каждого ролик снимает. Это. Не, молодец. Такие послания. Молодец, с юмором. Про Кудгурова любит снимать. Кстати, вот Кудгуров, он как-то немножко из нашей обоймы выпадает. Вот он как-то... Вот, все, кто вот сидели от конференции, это как раз были, ну, на мой взгляд, ягоды одного поля. А вот Кудгуров, он... Как получится. Тут даже потом, если соберемся вместе где-нибудь посидеть, да, там, действительно, там, в кафе, в ресторане, и только начнешь что-нибудь говорить, и постоянно будет вот такая фраза один момент». Да, а прикинь, мы соберемся... И там будет Кунгуров, это ж мы начнем спорить про плоскую землю, капец. И знаете, тут еще что страшно, вот в скайпе мы собираемся, вот у нас, помню, был этот батл плоскоземельщики против шароверов, и знаешь, одно радует, когда вот они начинают бомбить у людей, и ты думаешь, блин, хорошо, что это в скайпе, что думаешь, блин, куча людей, они, наверное, на тебя могут обозлиться и просто тебе по морде дать. Или ты там, им, там не знаю, месиво, думаю, сейчас начнется вообще замес. Но это все в скайпе, как бы, и все далеко друг от друга. Максимум, что они могут сделать, это там головой удариться об стенку, для, как это, чтобы пар спустить. А это, представляешь, ты собираешься в этом сообществе. Плоскоземельщики против шароверов. Стенка на стенку. Берем мечи эти, как у толкинистов, деревянные. Там копья всякие, там щиты, и начинаем мочить друг друга. Так прикинь, вообще прикольно будет. Нет, я думаю, все тихо бы прошло, потому что когда ты вот не видишь, контакта нету, да, споришь с человеком, это одно. А когда ты вот непосредственно находишься, я думаю, общий язык проще найти. Нет, да это согласен, да я шучу. Поэтому, ну, то, что да. То, что денежка, слушай, то, что за это денежку брать со зрителей, я думаю, это правильно, действительно, потому что все-таки люди заплатят только те, кто готовы за это заплатить. А бы кто зря не пойдет. Противники тоже сомневаюсь, что они готовы будут за это платить деньги, чтобы чисто прийти там и устроить срач какую-нибудь. Они, конечно, придут. Может, кто-то найдется и заплатит бабки за это. Ну, там, вот, знаешь, да, смотри. Понятное дело, почему цена такая. Вопросов нет. Потому что если съедется весь... Вот этот бомонд, да, так называемый, там, не только там мы, да, там, которых мало кто знает, а такие, какие-нибудь серьезные. Вот Милованов, он, у него действительно, да, как бы он ну, намного известнее нас, он много о чем говорит, поэтому действительно там цены, у него только, наверное, только на него такие цены, когда он делает семинары. Так, да, и у него много людей собирается. Ну, с одной стороны, да, но... Да, мероприятие хорошее. Единственное, что я говорю, что, во-первых, поздно объявили организацию, да, такая вот, ну, слишком поздно. Во-вторых, самого организатора, конечно, хотелось бы знать, кто такой. Просто хотя бы не то, что знать, просто хотя бы включил аудио. Вот он, я организатор, я там не хочу себя называть, но я вот вас приглашаю туда-туда-то, да, вот просто пообщался бы. Все, пускай бы никого ничего не назвал, там просто пообщался с нами голосом, что это он. И какие мотивы у него, вопросов нет. Я да, это полностью поддерживаю, да. Все, а других как бы претензий нету, что вот две поздно объявили, очень поздно, это серьезная вещь. Нельзя приехать просто так, выйти на сцену и говорить, что попало. Надо программу, обязательно, без нее никак. Не, ну я могу это выйти, опять же, классику жанра свою дать, это по накатанной, это, наверное, минут 15 точно могу это... А там, подожди, 15 минут. Там будет каждому по 40 минут отведено минимум. То есть у тебя будет программа именно. Ты должен выйти 40 минут о чем-то трещать. Причем не просто так монотонно, под нос себе, а вовлекать в это зритель. То есть должна быть какая-то игра. То есть со зрителем. Это непременно должно быть. Чтобы они чувствовали, что ты с ними общаешься, а не сам с собой. То есть это вот интерактив называется. Минимальный хотя бы какой-то, но он должен быть. И это на самом деле просто говорят, да, там, да ничего сложного нет. Кто первый раз, вот еще раз говорю, просто знаю, что это такое, кто первый раз приедет, увидит большую аудиторию, он вообще растеряется.
Вообще, потому что когда ты общаешься в маленьком зале в каком-нибудь, да, там вот с людьми, это одно, потому что ты чувствуешь как-то себя комфортно, ты вроде как на одном уровне с ними, а когда ты на сцене стоишь, и люди перед тобой либо сидят, либо, я не знаю, что, скорее всего, сидят, да, если зал большой, это другое уже совсем. Поэтому к этому надо готовиться, это не так просто. Так, ну ладно, ребяточки, пойду я все-таки, наверное. Да, я тоже пойду, у меня второй час ночи. Спасибо. Ага. Созвонякаемся как-нибудь на Котлеровке, хорошо? Хорошо, все, счастливо, пока. Всем пока. Вот, счастливенько.